дизайнер декора Олеся, дизайнер хоумстейджинга, ваш декоратор астрологии интерьера. И сегодня мы с вами поговорим про Нептун. Итак, интерьер для Нептуна – лазурный берег. Смотрите, по науке о пространстве, по васту. Вообще, по васту для Нептуна место в квартире не выделено. Но вы смело можете оформить сторону северную в стиле Нептун. Она может быть оформлена с картиной, с речным пейзажем или морским. Вообще, в теме воды, фотографии в интерьере очень много смысла. Поэтому есть что-то свободное, чувственное, бескрайние. Вообще вода несет в себе смысл пластичности, гибкости, текучести, легкости. Смотрите, Нептун в астрологии отвечает за тайны. Он наделяет людей ярким воображением, музыкальным слухом. Под сильным влиянием Нептуна рождаются люди ясновидящие и с незаурядными способностями. Нептун дарит мечты, фантазии и то, что нельзя разгадать. Под его влиянием находятся творческие люди, творческие личности, писатели, музыканты, экстрасенсы и художники. Смотрите, и это не только экстрасенсорика, ясновидение, яснослышание, это еще и духовное развитие, это религия, это вера. Но вторая сторона – это алкоголь и наркотики. А еще жидкости, химия, таланты, гениальность, иллюзия и фантазия. И любой полет мысли. Для гороскопа Нептун – это покровитель рыб. По нумерологии это квартира с числом 9. Наше братство домашних декораторов, остро чувствующих новое время, новую атмосферу, новые ценности. Наши друзья находятся в разных точках России. И сегодня я с удовольствием представляю вам Анечку из Сочи. Сочи, где Нептун легко узнаваем. А каков он зимой? Нептун – это море чувств. Чувств, которые переполняют художников, поэтов, музыкантов. И поэтому все едут за вдохновением к морю. Всем добрый день, меня зовут Анна. Я представляю вам город Сочи зимой. Это наше море. Я привезла вас в то место, которая называется у нас смотровой площадкой, где можно увидеть потрясающий вид. Сегодня очень нежное море. Всем добрый день из города Сочи. Я домашний декоратор. Я занимаюсь текстильным оформлением интерьеров. Рисую картины маслом, украшаю интерьеры и гармонизирую пространство. Гармонизация пространства осуществляется по технике причинности Василия Павловича Гоча. Доказано, что у пространства есть такие же тонкие поля, как и у человека, которые со временем нужно гармонизировать, восстанавливать в норму. И поэтому мы занимаемся гармонизацией пространства, чтобы вам жилось комфортно, уютно, чтобы ваши дела шли в гору, чтобы ваше пространство было красивым, уютным, чтобы оно вас наполняло и наполняла вас эмоциями и дарила вам радость. Спасибо большое всем за внимание. Спасибо, Анечка. Анечка чувствует время и людей. И очень хочу, чтобы ее советы по гармонизации пространства стали также открытием для многих. Так, продолжаем дальше. Для декора Нептуна нам нужно прямо море-море и чувство к нему. Встречаемся с вами завтра. И будем учиться дарить море себе не только раз в год, а каждый день. Нас с вами ждет собственный лазурный берег дома. Наш диван в
всегда будет стоять на Лазурном берегу. Звоните, пишите WhatsApp, номер вы увидите. До новых встреч, встречаемся завтра. С вами ваш дизайнер декора Олеся. Пока-пока!